Всегда мечтала. О, тень! Да. Всегда мечтала попробовать себя в роли самого любимого своего героя Индиана Джонса. Паунчик, паун, паунчик, паун, паун. Если бы я была бы мужчиной, то я примерно выглядела бы так. Потому что какой еще мужик может выглядеть нормально, нося с собой постоянно хлыст? Ужас, конечно. А сегодня, когда ты меня позвала утром, здесь вообще все черное было, да? Кстати, не первый раз уже здесь горит. В прошлый раз горел этот домик. Такой ужас. А еще у нас голый ублюдский балкон. Но скоро он будет застеклен, а сейчас пока живем как бомжи. Да, мамуль? Ну, мы же на балконе не живем. Ну, на балконе мы не живем, правда. Но балкон стрёмный. Я далеко от двери не отхожу, так что... И вообще на балкон я стараюсь не уходить. Это для вас. Привет всем! Я сегодня решила сделать влог все-таки, наверное, для мальчиков, потому что я хочу рассказать о типах молодых людей, которые мне нравятся, и вообще поговорить с вами об отношениях и о моем отношении к этому всему. Ну и, конечно же, это все-таки для девочек тоже интересно. Так что сегодня вот такой вот влог будет. Я надеюсь, вам понравится идея и сам влог. В данный момент я не состою ни в каких отношениях. И это не потому, что я делаю странные видео или какая-нибудь я сумасшедшая. Просто на данный момент серьезные отношения мне не нужны. А несерьезные мне в априори не нужны. На данный момент мне сейчас важнее моя карьера, и мне нужно сделать очень много для себя, чтобы зауважать себя и чтобы понять, что я могу стоять на своих ногах самостоятельно, без чьей-либо помощи. Наработка всего, чтобы быть независимой женщины в будущем, занимает очень большое время, и тратить его на что-нибудь другое не очень умно. И все это не из-за того, что я forever alone. Я на самом деле не forever alone, у меня очень много друзей, хороших друзей. Просто на данный момент серьезные отношения мне не нужны. Это я уже вам сказала, вы меня поняли. Такая у меня политика, я такой вот человек, такое у меня отношение к подобному вопросу. И я думаю, что не в скором будущем у меня будут какие-то отношения, просто потому что пока я в них не нуждаюсь, и я себя чувствую комфортно в том положении, в котором я сейчас есть. Это мой прыгнул кот, я сейчас жутко испугалась. Кирюха, самые близкие отношения, где камера, вот, это с моим коном? С моим котом, потому что Кирюха, это мой вообще лучший друг, да, Кирюх? Он пахнет чем-то сладеньким. Ты где лазил? Так что для тех девочек или девушек, которые меня смотрят, вы должны понять, что отношения — это не то, что нужно вам позарез для, знаете, ну, это как все навязывают, что, мол, у вас должен быть молодой человек. Если у вас нет молодого человека, никогда не думайте, что проблема в вас. Вы должны извлекать пользу из того, что вы пока находитесь в этой стадии свободы. Потому что делайте все, что хочется делать вам, для себя, что я, в принципе, и делаю сейчас. А сейчас я расскажу, какие мне молодые люди нравятся. Еще одна моя странность в выборе, наверное, молодых людей. Я люблю, когда молодые люди... Сейчас же вообще мода на худых, таких даже тощих молодых людей. Я не питаю вообще никакой любви от мальчиков, у которых ноги худее моих. Даже, наверное, рук, а не ног. И, если честно, меня это жутко пугает. Я считаю, что мужчина должен быть мужчиной. Он должен быть очень высоким, и он должен быть в весе. Потому что, знаете, я вообще росла в семье, где мужчины все большие, и я считаю, что так и должно быть. Девушка на фоне молодого человека не должна выглядеть как мужик. То есть она не должна быть больше своего молодого человека. Если честно, в последнее время так все и происходит, потому что молодые люди, они или доводят себя до такого состояния, или просто они сами по конструкции такие, они реально тощие, они не качаются, то есть не занимаются никаким спортом. И они очень худые, молодые люди, которые в весе, которые вообще комплексуют по этому поводу. Вы прекрасные, потому что когда вы вырастите, если вы там в школьном периоде сейчас, в данный момент,
вы будете охрененно выглядеть, потому что на фоне тех парней, которых любите в вашем классе, там, вы будете круче. Так что мне нравятся высокие молодые люди, которые по которым можно сказать, что они сильные, а не тощие, да. Кстати, я не люблю качков, потому что вы могли меня понять неправильно. Ну и да, конечно же, самое главное, чтобы молодой человек имел прекрасное чувство юмора. И, конечно же, это только мое субъективное мнение. И у каждой девушки есть свое мнение. У всех свои вкусы. Ведь поэтому мы сделаны такими все разными. Не знаю, задавала ли я этот вопрос вам или нет, но давайте сделаем так. Девушки, напишите мне в комментарии 3 вещи, которые вам нравятся в молодых людях, а молодые люди, напишите то, что вам нравится в девушках. И давайте обойдемся без сисек. К девушкам это тоже относится. Это может быть что угодно, главное, чтобы это было прилично. Для меня это смех, рост и чувство юмора. Вот так. Так что я жду ваши комментарии внизу, я вас очень люблю. Ставьте мне пальцы вверх. И до следующего влога. Наверное, я сделаю влог о своей коллекции косметики. И, может быть, я его выложу в четверг, а может быть, в среду. Посмотрим. Я вас очень люблю. Ждите субботнего видео. Я уж говорила, что я вас люблю. Ну ладно. Я вас люблю. Пока.